Здравствуйте, в эфире МТВ «Народный календарь», в студии Максим Черпак. Сейчас я расскажу вам о народных приметах, обычаях и, конечно же, праздниках. Сегодня отмечают Купальницу, его еще называют Нилов день. В этот день вспоминают преподобного Нила Сорского, православного святого, крупного деятеля русской церкви, основателя скитского жительства на Руси. Святой происходил из дворянского рода и в молодые годы состоял на государственной службе. В возрасте около 20 лет был пострижен в монахи в Кирилло-Белозерском монастыре. В народе день называется Купальница. С самого утра крестьяне отправлялись на речку, набирали в ведра воду и оставляли их на мостике. Днем на реке гоняли лошадей и окатывали их согретой на солнце водой. Народ был уверен, что лошадь является животным, которое способно притянуть к себе удачу. В Древней Руси эти благородные животные очень ценились. Их держали для того, чтобы отгонять от жилища злых духов. Также в этот день продолжалась жаркая пора сева. В народе постоянно говорили, что большинство примет этого дня так или иначе связаны с водой. Дело в том, что к этому дню солнечные лучи достаточно хорошо прогревали воду, будто наделяя ее целебными свойствами. Поэтому народ и пользовался этим способом, чтобы зарядить энергией как себя, так и своих животных. В этот день запрещается ранним утром умываться. Говорят, что такую процедуру лучше всего делать в полдень, когда вода, которая была выставлена с раннего утра на улицу в ведрах, напиталась силой солнечных лучей. А после обеда наши предки выходили на улицу и сбрызгивали на себя немного воды из ведра, после чего полностью брали ведро и обливали себя и своих близких. Верили, в таком случае весь год эти люди будут с определенным запасом сил для того, чтобы справиться со всеми трудностями, которые встретятся на их пути. Также говорили, ранние ласточки год будет счастливый. Если ласточки высоко летают, то погода будет хорошая. Дождливый день к теплому сентябрю. Ну а сейчас по традиции в конце выпуска поздравим наших именинников. Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан и Ян. От всей души поздравляем вас. Кстати, считается, что люди, рожденные в эту дату, коммуникабельные, открытые и дружелюбные личности. У них складываются хорошие и доверительные отношения с окружающими. Они пользуются уважением в коллективе, становятся преданными и надежными товарищами. Они поддерживают в трудную минуту и приходят на помощь по первому зову. На этом у меня все. Желаю хорошего дня. И помните, только на МТВ, несмотря на приметы и прогноз синоптиков, всегда хорошая погода.